Сегодня упражнение на бицепс. Я вам покажу на машине, на которой выполнял упражнение на трицепс. Теперь же поставим режим такой, где можно на ней выполнять на бицепс. Чем она отличается от предыдущих упражнений? Чем она вообще отличается от подобных машин для бицепса? Естественно, существует много такого типа приспособления, но именно это приспособление сделано и переделано для армрестлинга. Итак, обратите внимание, здесь можно брать в несколько позиций хват. То есть под хватом, с таким легким углом, молотковым хватом. Вот. Ну и, естественно, оборачивая вот эту целую конструкцию, делать на трицепс. Ну, на трицепс не буду показывать. Итак, на сегодняшний день я работаю на бицепс, и моя задача уставиться таким образом, как на столе в моменте борьбы в крюк, а точнее от позиции обороны. То есть вот так. Обязательно нужно придержать в финальной позиции отягощения для того, что во время поднятия целого вот этого плеча нагрузка увеличивается. Вот эту основную нагрузку, пик нагрузки, нужно направить именно в то место, где попадает ваша рука во время оборонительного положения крюка. Естественно, во время тренировки бицепса нельзя не сказать о огромной роли грудной клетки. Грудная клетка в этом упражнении во многом помогает, она же и помогает во время борьбы на столе. Так как на столе без грудной клетки, скажем так, крюк вообще практически не функционирует спортсменам, поэтому здесь, на этом приспособление, выполняя движение, мы, естественно, подключаем и грудную клетку тоже.